Парк Харинка набирает популярность. Все больше ивановцев выбирают его для прогулок в выходные. В этом году здесь заасфальтировали 490 метров так называемой тропы здоровья. Она ведет к английскому парку. По сути, это облагороженный лес. Всю прелесть уже создала сама природа. Участок просто тщательно вычистили от бурелома. На следующий год планируется освещение вот той тропы здоровья, которую сделали в этом году. Освещение, так, ребята, и продолжить асфальтировать вот эту, закольцовывать эту же тропу здоровья. Владимир Шарыпов провел рабочее совещание на натуре. Мэру рассказали, что в этом году построят лестницу с мостиком от детской купальни к зеленому пляжу. Ее оборудуют перилами, и спуск к любимому горожанами роднику станет удобней. Пока самая главная у нас задача здесь сделать пешеходную зону, потому что она отсутствует. И вот начали заниматься расчисткой территории от бурелома. Я думаю, что это уже тоже заметно. И парк открывается, и, соответственно, можно будет ходить не только по дорожкам, но и в хорошую погоду гулять просто по лесу. В следующем году запланировано сделать проектно-сметную документацию для обустройства зеленого пляжа. Правда, когда появятся деньги непосредственно на сами работы, еще не ясно. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.